В Международный день защиты детей по инициативе депутата Народного собрания Республики Дагестан Якуба Умаханова для более 40 воспитанников городского реабилитационного центра для несовершеннолетних было организовано благотворительное мероприятие в детском городке Алим. Для самых маленьких были приготовлены угощения, сладости, напитки и набор подарков. При всем этом на протяжении всего пребывания дети могли поиграть на игровых площадках комплекса и детских игровых автоматах, а также прокатиться на мини-аттракционах. Как подчеркнул Якуб Умаханов, забота о подрастающем поколении должна быть всегда в приоритете у власти любого уровня и у каждой семьи отдельно взятой. Стараемся радовать, чем можем, своими силами. Сегодня у нас такой день, День защиты детей. Решили поздравить всех детей, порадовать, маленький праздник устроить. Огромное спасибо этому детскому развлекательному комплексу «Алим» за то, что так нас приняли и всегда принимают. Это уже не первое мероприятие, которое мы проводим и будем проводить, надеюсь. Директор реабилитационного центра для несовершеннолетних детей Магомед Гамзатханов отметил, что на их попечении дети, которые по стечению обстоятельств оказались в трудном положении в самом начале жизненного пути. Поэтому для них такие события – это незабываемая сказка, и выразил большую благодарность за проявленную заботу о детях. Я хочу от всей души поблагодарить этого молодого человека, который, несмотря на свой молодой возраст, столь щедро обрадовал моих детей. Большое ему спасибо. Желаю всем мира, радости, счастья. Всех детей поздравляю, всех родителей поздравляю. Дай Аллах, чтобы у всех всегда было все хорошо. В Хасавюрте подобного рода благотворительные мероприятия, организованные депутатом Народного собрания Республики Дагестан Якубом Умахановым, проводятся на регулярной основе. Особое внимание уделяется подопечным реабилитационных центров. В завершении Умаханов подчеркнул, что в ближайшее время будут проведены еще несколько благотворительных мероприятий. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».